В семье Лопатиных-Смагиных на Новый год двойное счастье. На свет появились сразу двое сыновей – Михаил и Матвей. Родителям к такому не привыкать. Старшим, а первый раз у пары родилась тройня, уже 9 лет. Поэтому вещи для малышей нужны все новые. С рождением детей Анну и Александра поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он вручил семье подарочный комплект детских принадлежностей. Этот новый вид социальной поддержки действует в регионе с 1 января и называется «Подарок новорожденному». Все это подобрано с любовью, посоветовавшись с мамочками, провели такой опрос, провели фокус-группы, и все, что здесь есть, все это, надеюсь, будет очень востребовано на первых днях, особенно первые месяцы. Мама Анна признается, это очень своевременная и нужная помощь. Да, мы еще так вот глобально не закупались, так приготовили на первое время, конечно, все пригодится. В каждом наборе для малышей 27 предметов, в том числе постельные принадлежности, комбинзоны, средства гигиены и фотоальбом. Одежда, вложенная в подарок, универсальной расцветки, подходит как мальчикам, так и девочкам. Сам бокс на колесах, позже в него можно будет складывать игрушки. Подарок при рождении получает каждый малыш. Лариса Шлафаст, «События».